Ассамблея достижений. По таким звучным названиям в 5-й гимназии города прошла торжественная церемония чествования учащихся победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам и научно-практическим конференциям. 55 дипломов в областном туре завоевали юные ленинцы и 10 дипломов привезли с Республиканской олимпиады. Достойный результат. Для этого пришлось много трудиться. Ученик, который хочет заниматься на олимпиадном уровне, должен обладать терпеливостью, потому что без этого никак. Это многие часы работы, просто надо вытерпеть этого. А потом еще и на олимпиаде это 5 часов писать один тур, 5 другой. Это надо иметь очень большое терпение. Я учусь на среднем уровне, конечно же, стараюсь добиться цели, которую я поставила себе. И моя награда была получена за районе за исследовательские работы. Я проводила исследовательские работы, связанные с маршрутами велотуризм в Бресте и в Испании, в городе Барселона. Завоеванные 55 дипломов – это третий результат в областном туре Республиканской олимпиады после города Барановичи и Московского района города Бреста. Мы чествовали тех детей, которые участвовали в республиканских олимпиадах, областных олимпиадах и, конечно, в городских олимпиадах. Приятно, что еще одна номинация – это исследовательские работы, потому что считаю за наукой будущее. Я думаю, что эти дети и в будущем будут участниками, и призерами, и победителями различного уровня олимпиад, в будущем станут хорошими студентами. Действительно, за наукой будущее. Астрономы, географы и математики, физики. Сегодня школьники – перспективный кадровый резерв в различных сферах деятельности. Но самое главное в жизни – при взлетах, при востребованности, при достижении самых невероятных вершин – помнить о тех людях, которые сделали все возможное, чтобы эти успехи были, о своих родителях и учителях. Именно они стараются заложить в своих воспитанников те знания, умения и навыки, которые в последующие годы обязательно дадут результат. А целеустремленность и увлеченность победивших принесет школам и гимназиям славу. Ведь сегодня они – гордость и надежда не только нашего города, но и всей республики. Сегодня они проявили своим трудом, своим талантом, заслуженно получили те награды, которые сегодня были вручены. Мы должны гордиться вот нашим подрастающим поколением. Юлия Селюк, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.